девочки, потому что вот Леша хочет 3D-телевизор, я хочу горный велосипед, а Степану нужен военник. Ну, сейчас мы исполним веселую песенку. Друзья, можете все подпевать и подтанцовывать вместе с нами. Включаем. Come on! Shake it up now! Песня посвящается моему другу. Он не ест гречневую кашу, любит он соседку тетю Машу. Глазками стреляет очень метко, вот тебе контрольный детка. Пиво пьет он из трехлитровки, ходит зимой в тоненькой ветровке. Носит он семейные трусы, есть мужицкие усы. Супер натурал, супер, супер, супер натурал, супер натурал, натуральней всех. Супер натурал. Интересно, если сказать Косте Дзю, что он супер натурал, чем закончится этот диалог? Натурал, натуральней всех. Курит он золотую яву, очень любит повариху Клаву. Трогает он ее за попу, обещал свозить в Европу. Отдыхает он всегда в Анапе, там на пляже загорает в шляпе. Самым острым лечо закусывает чачу, просто настоящий мачо. Супер натурал, супер, супер, супер натурал. Супер натурал, натуральней всех. Супер. Come on, everybody. Супер. Поехали. Супер натурал, супер, супер, супер натурал. Супер натурал, натуральней всех. Супер натурал, супер, супер, супер натурал. Супер натурал, натуральней всех. Come on. Знаешь, Саша, за длинные ноги можно многое простить. Ну да. На сцене группа «Немощная» из города Челябинск. Надо сказать, что Санкт-Петербург, пожалуй, самый толерантный город. Посмотрите, с какой радостью Михаил Сергеевич отсмотрел номер до самого конца. И его впечатление сейчас я выслушаю. Михаил Сергеевич, что скажете? Если ваша группа называется «Немощная», я готов в нее влиться, чтобы вы были мощными. Потому что при... Вы удивительные люди. Вы работаете по Станиславскому, когда каждая, вроде бы, несущественная деталь становится основной. Нет маленьких ролей, есть большие артисты, и это относится, конечно, к тем очаровательным четырем дамам, которые находятся за вами. Я бы их поставил впереди. Это здорово, когда такие детали украшают номер. Я не могу не сказать. Да, потому что вам нужны деньги не только на пластинку, а на этих очаровательных дам, которые надо содержать. По 250 тысяч на каждую. И я добавлю. Да, да, да. Спасибо. Спасибо. По-моему, вас будет поддерживать Костя Дзю. Смотрите, как человеку хорошо. Костя, ваше решение? К сожалению, нет. Песня о насущном не вызвала отклика в сердцах членов жюри. Но есть еще корпоративы. Ну, на это и рассчитано, конечно. Так, понятно. Лариса, пожалуйста. Парни, не притворяйтесь сейчас, стоя на сцене, что эти девчонки ваши. Вы своим творчеством на таких не заработаете никогда. Есть у вас сейчас возможность, поэтому, по сути, покайфуйте. Как назовешь корабль? А дальше сами знаете. Вы немощные, вы некрасивые, поете вы по-дурацки. Мы немощные. Вас... Вы немощные, и текст у вас ужасный, вакханали. Я за то, чтобы дурачиться, но делать это талантливо. Поэтому поклонитесь в ноги с девчонками, ну и на крайняк сфоткайтесь, как сейчас говорят. Потому что да, вы их больше не увидите. Чините. Спасибо, ну нет, конечно. А я хочу возразить, почему да, бесталантно. Я отучился 5 лет, специально посвятил... творчеству все свои годы, самое юношество, занимаюсь этим делом профессионально, как я считаю, как зал отреагирует на это, нет? Вы так не считаете, нет?
Вот-вот-вот! Счастье мое! Ну, то, что, про что вы сделали? Я заработаю много не только на таких девчонок, извините. Да-да, угу. Давай пофантазируем вместе. Ну, дай вам Бог свою убежденность сохранить на долгие годы. Нет. Нет, говорит Александр Васильевич, но надо констатировать главный факт. Все девчонки достанутся Михаилу Сергеевичу. Провожаю спасибо вас большое. Домой в Челябинск. Спасибо за выступление. Всего хорошего. Спасибо, друзья, ребят, спасибо. Спасибо. Вам туда. Вот сюда. Пока. Ребят, вам сюда всем. Вот это зажгли. Это несправедливо. Молодцы. Девчонки, это молодцы. Несправедливо. Это несправедливо, но мы молодцы. Нет, молодцы ли наши сделали. Девочки. Сделали. Там на боярке и наш теперь мужчина. Кому не нравится, идите домой.